Как я? В образе? Кому-то по зубам. Вот циклилась. Такой вот зверский результат. Линя заломал, ну просто нереально. Зверь. Очередной залом. Потом, конечно, выпустим. Нет, жарить будем, блин. Опаньки. Которого снимать будешь? Алис, отойди. Которого снимать будешь? Мужикам прет. Кошек здесь нет. Не-не-не. Половим, отдохнем и на место, где родились. 5 штук. Здесь их как грязи. Как у дурака фантиков. Только тут ни хрена не растут. Тут уже и уха получится. Налей-то воды, как украла, ехай. Я хочу как-то налить так, чтобы не выпустить воду. Да выпустишь-то выпустишь, что, перерастроимся, что ли? Он просто, блин, ломится. Опять линёк. Ой. Ты мне червяка наденешь, у меня ногти не позволяют. Маникюр испортишь. Держи. Смена. А куда? Вон туда за траву. Вот, видишь, трава. За нее. Оттянулся. По самое не могу. Ну все, жена взяла удочку, быть беде. Спасайся, кто может. Ну, оглобля, будь здоров, не, не удочка, а оглобля. А как жабы поют. Не жабы, а лягушки зеленые. О, бамбуковая удочка сгодилась. Этой удочке, наверное, лет больше, чем у меня волос на голове. Тащи! Вот видите как. Снимай. Снимай. На цепи. Вот такая вот веселая команда. Рыбачим. Ну как рыбачим? Отдыхаем, скажем так. Кто на что гораст. Карасей, конечно, колотили с линями. Ну, линьками. Так будет правильней. Поймал езя, которого есть нельзя. Эдмунд, не спи, рыбу лови. Ни хрена себе. Ну вот Эдмунд заломал карасяру. Для этих широт как будто зверюга. Наколотили за полчаса, я не знаю, там. Придется кого-то за червями отправлять, слушай, на дачу. Жена немножко обнаглела, она хочет, что на пустой крючок у нее сейчас клевать будет. Клевала. 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 Ой-ой-ой-ой.
как поют жабы. Ну вот как-то так. Ведро карасей. Червяк на месте. Ой. О! Огромный. Жена линя забодала. Все, пускаем обратно на место. Пошли. Ну вот как-то так. Такая небольшая отдушинка. Скручивай уточку, пожалуйста. Бригада ух. Ну вот как-то так немножко оттянулись, отловились. Можно топать домой. Ну точнее не домой, а на дачу. Вот такой небольшой прудик здесь, на котором мы немножко оттопырились. В полном смысле этого слова. Вот такой прудик.